Всем привет, друзья! С вами Хантес. Немного я подзалип в режим метро Рояль в PUBG Mobile. То есть это а-ля Тарков сейчас этот режим очень популярен. То есть это, в принципе, своего рода выживание. Соответственно, ты можешь либо потерять все, либо много-много поднять. То есть необходимо лутаться, может быть, с челиков какие-то ресурсы поднимать, продавать, покупать и прочее. То есть, в принципе, мне очень понравилось. Сейчас меня начало, получается, закидывать к игрокам. То есть я набил 6-й уровень. И давайте попробуем. То есть, если, в принципе, друзья, вам тоже это нравится, то вы знаете, что делать. А именно, поддержите, пожалуйста, большим пальцем вверх. И если впервые на канале, обязательно подписывайтесь. Это моя, получается, где-то 7-8 вылазка. И с телефона я играю пару дней, можно сказать. Поэтому, друзья, не судите строго, а оставляйте комментарии и подсказки. Погнали. Бля, каким-то просто профессионалом меня закидывает постоянно. Но тут вроде бы не работает так, если ты хорошо одет, то и, соответственно, ты и оппоненты тоже нормально одеты. Потому что я, в принципе, и второй, и в третьей броньке тоже так же на фул шестых напарывался. Я, кстати, вижу его. Два игрока. Так, давай синие патроны. Это я, конечно, сейчас зря, наверное, делаю. Вообще не понимаю, где он. Ты чё, у ПК стоял, серьезно? Ты псих. Ты просто псих, это сразу в сейф. Ну ты даешь, дядя. Блин, таких ситуаций еще не было. Так, ну вроде на 1050 мы уже затарились. Но я потерять гораздо. Это бот. В принципе, можно взять как второстепенку. Я, конечно, в стрессовой ситуации вряд ли соображу, что надо второе оружие взять. Но пусть будет. Так, давай в ту сторону двигать тогда. Стоит ОФК. Ну, кстати, фул шестой вообще был. Так, ботяра, иди ты нафиг. Башку тебе. Блин, эти патроны надо другие. То мало синих осталось. Чуть-чуть подлутаемся.
Но это первая карта, мне кажется. Здесь особо ничего такого жирного ты не налутаешь. Давай в ботинки чекнем, может, патроны тоже есть. Так, ну дверь, здесь двери закрыты. Я не знаю, сколько человек в катке может быть. Вообще, короче, друзья, ничего не знаю. Но мне это все интересно очень. Ну это ботинок. Фу, ты что меня так пугаешь? Собака сутулая. А здесь у нас есть босс. Здесь в аккурат надо. По-любому за боссом кто-то может прийти. Сейчас чекнем, лутано, не лутано. Вот, кстати, я лутано. Теперь понял, вопросов не имею. Будут еще такие умные, жесть. Блин, я не теми патронами стреляю. Так давай. Но босса я убивать не хочу пока. Хотя можно было бы, я в шестой броньке. Get in the car. Да ты гонишь. Ты, я такой рукожоп, жесть. Я надеюсь, другие игроки... Сидит, крысит. Вот хрен поймешь, то есть и боты топают, и люди топают, так одинаково, да? А, в смысле, в том же месте заспавнило. Ну, практически. Ни хрена себе. Так. Конечно, каждый раз... Ну, давай ключ тоже закинем. Каждый раз умираю, в принципе, я имею большой шанс, то что... Я вот не знаю, на первой карте, но мне кажется, тоже шмотки выпадают, что с меня их выбьют, и, соответственно, я буду в большом минусе. Но даже если сейчас меня убьют по расходникам, по ремонту, в принципе, я ни в плюсе, ни в минусе буду. Это вот хорошо. Но все равно расслабляться не стоит, потому что можно и кучу ресов потерять. Сказать ту же броньку, да, она дорогая, самая дорогая, шестая. Так, никого нет. Казалось бы, 30 минут дают, ну блин, так втягивает, и вообще про время, забываешь. Тебе есть их 30 минут, вообще не хватает. О, есть флайер. То есть, получается, я могу вертолет вызвать в любой, в любом месте эвакуироваться. Это круто, на самом деле. Это очень круто.
Что-то такая тишина, прям подозрительно, очень подозрительно. Так, вижу труп. Может быть, я, конечно, сейчас совершаю дикую ошибку. Ты что такой толстый? Вот как патроны роляю, да? Переключился на серый и все. Вообще урон не проходит ни хрена. Да, ну такое. Давай сначала магазин синих. Ага, забагался. Ты хорошо. По башке тебе. Такой звук. Это мне второй раз так он багается. Что, обиделся, что ли? Хилиться пошел. Я тебе сейчас похилюсь. Ах ты, падла. Сам себя поджег. Отдохни. Так, что выпало с тебя? А, броник третий. Вот интересно, как-то можно. О, пулик. Так, забираем. Третий шлем забрать бы можно как-то? Или он типа поменяет мой? Можно, да? Подожди, нет, нет, нифига. Ты что, убитый забрал? Вот сейчас поменьше народу, мне кажется, просто так заспавнило. Вот вообще фигня. Наверное, выбираться будем со второго выхода. Бот сидит. Ты что, психуешь? Я вас тут.
А, да, вон он. Показывает, оказывается. И типа, чё, он оттуда выберется? Блин, сейчас, может быть, зря это делаю. Давайте посмотрим. Но мне кажется, сейчас быстро выберется, да? И туда другой народ сейчас набежит. По-любому кемпить. Ну и мы тоже тогда. А я могу через с этого же вертолета спастись? Это очень интересно. Интересно, он сразу ушел? Или сидит, ждет, что кто-то придет? Неплохо, наверное, так налутался, чувак. Давайте попробуем тоже выбраться. Да, могу. Прикольно, флэйрган сохранил. Вот, кстати, я здесь в прошлый раз на респе стоял. Мне вот с той стороны сразу в башку прилетело. Поэтому ну его нафиг. Выход, в принципе, недалеко. Но давайте, в принципе, плюс-минус уже какая катка, да? И я уже знаю приблизительный спавн. Хотя бы в башку не прилетит. Надо на приемочку встать вот оттуда. С респавна чувак будет бежать по-любому. Вот, кстати, можно вот так вот встать. Или на опережение давай побежим. Вот он. Я же говорю. Уже, то есть, друзья, ну какая? Ну, пятая или шестая катка с игроками, и ты уже плюс-минус знаешь спавн. Это круто. Ну, что-то фиолетовое. А, ну жетончик. Жетончик мы сразу в сейф. С дробашом. Серьезно? Китаец какой-то. Так. Че, давай обратно в сторону выхода. Флэрган я выложил, нет? А он, случай, не одноразовый. Это интересно, его можно, типа, покупать? Ну, хотя смысл покупать. Здесь где-то выбить надо его. И, по-моему, его выложил. Хрен его знает. Здрасте. Лутец, лутец. Это я зря, наверное, сюда вышел.
А я того бота-то не добил, он получается здесь. О, ни хрена себе мне везет. Еще один флэйрган. Можно чисто подлутаться где-нибудь по краю карты. На тебе в каску. Или вать. А, и этого я все-таки бота убил. Блин, я сейчас так открыт жестко. Так и не понял, что с пингом? О! О! Это в сейф надо закинуть. Это я вовремя. Блин, я бота сагрил, да, с вышки? Иди-ка ты в жопу. СМКшки, по-моему, да? За лут найти в шаристый. МКшка вроде здесь как самое топовое оружие, да? Получается. Но он уже получается в подвале. Но я пока не понимаю, он босс убивает или нет. Здрасте, до свидания. Ты босса убивал, что ли? Это уже тип. А вот это уже тип. Я так и не понял, откуда ты спрыгнул, конечно. Но не в суть. Походу с вышки, да? В полете я его ястреба подрезал. Он босса убил. То есть вот эта вот пушка с босса выпала. Так, а куда я вообще... Так, ну может, можно туда еще сходить, в фарм. А, уже типа вижу. Но он, скорее всего, меня не слышит на такой дистанции. Он тупо слышит, что рикошет об землю идет. Так, давай на сближение. Надо прицел покруче брать. А, здесь уже зона выхода. И что, ты будешь зону выхода кемперить? Сидит. Что-то я не понимаю, у меня пинг какой-то появился, до этого не было. Это что, это он мне по торсу столько со снайпы снял? Так мало? Давай рисковать, что ли? Вот сейчас больно было. Пинг появился, блин.
Жесткий причем. Надо валить. Надо тупо куда-то убежать и с вертолета валить. Потому что пинг. Наверное, сейчас назад и вертушку вызову. Ну никаких лучиков я не вижу. Давай поближе подойдем, может быть они на дистанции пририсовываются. Скорее всего боты. Сейчас опять мой... О, нет, это чувак, чувак был. Я чувака убил. В смысле невозможно лечь? Ложись. Это чувак был. Еще налутал неплохо, он еще и кого-то убил. Вот это вот у нас то, что подороже сюда. По кайфу. И вот это как раз можно залутать у него, да? Забить рюкзак. И валить. И тупо валить. Сейчас где-нибудь на краю карты вызову вертолет. Да, 5 минут осталось, все, получается, на выход пошли. Если я сейчас какого-то чувака встречу, я очень удивлюсь. Давай. Почему показывает, что запрет? Хотя стрелять по факту могу. Через сколько он прилетает? Чего не удалось? В смысле не удалось вызвать? Как это работает? Ребят, объясните, как это работает. У меня 3 минуты, я добежать не успею до выхода. Алло. Нет, я не успею за 3 минуты добежать. Ну, чуть больше 3 минут. Или успею? Ну, только если меня не сбреет никто. Блин, я фул заряженный. Как это работает? Я не понимаю. Там на выход еще надо 6-7 секунд. И еще крысить кто-нибудь может. Это очень обидно будет. Блин, жесть, не успеваю я. Не успеваю. Может выкинуть какую-то часть. Перегруз, блин, это дорого все. Половину еще не пробежал. Да, нету вертолета. И у меня второй раз уже, друзья, так. Я черт его знает, как он работает на самом деле. 2 минуты осталось. Неужели успею? Я уже вижу это. Я уже вижу зеленый свет в конце туннеля. Главное, чтобы крыс не было.
Но, блин, на таком времени, мне кажется, уже не должно быть крыс. Мне кажется, на карте-то уже никого не осталось. Неужели я успею? Давай чуть-чуть завернем тогда. Вроде бы успеваю, фу. Надеюсь, никого нет. Минута. Прямо на последней минуте выхожу. Да ладно, я успел. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, как он работает, этот флэриган. Второй раз он у меня вообще не срабатывает. Неплохая такая каточка, прям на 270 тысяч я поднял. Сколько у меня? 4 жетона, троих я убил. И один жетон у чувака был. Ну, лут такой себе, мне кажется. Можно и пожирнее что-то выбить, но не знаю. Если, друзья, вам нравятся ролики по Метро Роялю, пожалуйста, поддержите большим пальцем вверх и подписывайтесь на канал. Мне очень нравится вообще и сама стрельба, и механика вообще именно в PUBG Mobile. Скоро выйдет PUBG New State, тоже по ней попробуем. В общем, до скорого.